Ну все, попался, говнюк. Это твой последний номер. Слышь, ты ублюдок! Спектакль окончен. А вот и ты. Вечно дышишь мне в спину. Где доктор? Лариса, она меня бросила, представляешь? Я даже не знаю, где она, может быть, уже мертва. А что с Молотовым? Неужели он поверит словам Сечина? Молотов мертв. Тогда все понятно. Че тебе понятно? Коллектив активирует, и на это все кончится. Кончится? А что плохого в том, если все будут отдавать мысленные команды роботам? Блядь, ведь ты ж, сука, сам создал эту систему! Потому что я не знал, как ее собирается использовать Сечина. Уж точно не так, как ты. Он не собирался никого убивать. Серьезно? Ты правда в это веришь? А с чего тогда эти мирные роботы кинулись крошить всех подряд? Потому что ты их всех перепрограммировал! Да неужели? Господи, какой идиот! Ты хоть представляешь, сколько времени занимает прописать функциональный алгоритм действий? Хотя бы для одного робота. А тут их десятки моделей. Ничего. А то, чтобы его режим был заложен в них еще на этапе конструирования, другое дело! Что никто не планировал применять его на территории СССР, и тут действительно постарался я! Но, уверяю тебя, то, что задумал Сечин, намного, намного хуже, и я просто обязан его остановить! Хватит! Мне надоел этот бред, который творится у тебя в башке. Ты сейчас же мне расскажешь, как вывести робота из боевого режима. Прости. Этого не будет. Еще как будет. Я все подготовил. Стой! Этот день должен был стать... Что я сказал? Особенным для нас. В день запуска коллектива я хотел сделать ей предложение. Символично, что это произойдет именно здесь. Где? Передай это Ларисе. Блять! Твою мать! Твою мать! Ну все, пиздец. Блять. Ебать ты, клоун. Вот теперь ты точно мертв. Сука! Батарея вызывает Челомель. Прием. Наконец-то. Виктор, у тебя? Петров покончил с собой. Довольно изобретательно, и... я не смог этому помешать. Да что ж такое? Голова цела? Голова не пострадала, лежит у меня под ногами. Сохрани голову, Петри. Я высылаю тебе специальный контейнер. Положишь ее внутрь. Автоматика все сделает сама. Ты ошибся. Ты ошибся снова. Ты ошибся. Ты ошибся. Ты ошибся снова. Ты будешь. Ты ошибся. Ты будешь жалеть. Себя. Ты будешь жалеть. Себя. Господа, добро пожаловать на наше изумительное представление. Сегодня вы увидите дебютирующую звездочку нашей программы. Девушка может немного стесняться. Номер до конца не отрепетирован, но шероховатости мы поправим в процессе. Впрочем, они только добавят шарма. С невероятным удовольствием я представляю вам нашу куколку. Но...
Сиску, нахер!